Поехал. Это по... Видит. Так, зачем было? Они видят, где находится наша машина. Это мы сейчас можем за снайпером, за камнями идти. За какими? Справа. Справа? Большие? Да, да, да. А они, главное, чтобы вип ушел куда-нибудь налево, сейчас острова. По соседу, что ли? Типа такого, да. А вип, все, давай. Все, я нашел. А мы его бросим, что ли? Машину уезжай, чтобы випа не показывать. Можете убрать? Ой, машина, вип, уходи. Сейчас, а мне нет. Кого, кого? Я вижу, человек едет. Сейчас убью его. Да, удачи. Нет, нет, все, иди. Я тебя задавлю нахер. Зачем вы сныряли, типа, этому долбанному самаритяне? Я проверил свой глушитель. Там, если что, гранаты и магазины. 56. Ну, хоть машину-то убери с метана, снова едем. Мы тут как-то прячемся. Да, ну ладно. Метан, машину давай куда-нибудь. У нас засада. Потому что, чтобы вип ушел куда-нибудь, да, нафиг. Убегай, вип. Кто вип? А, Антон. Главное, чтобы не прям... А, Антон, далеко. Антон, у КВшки что ли не было, или что? Он... Езжай. Аккуратнее. На карте его пишу, ну и... Он, блин, у меня КВ-ина нет, окей, пофиг. А, это ж он тоже наш... Ты куда машину прячешься? Ты чё, совсем поехал? Он же карты тоже не видит. Уезжай на восток куда-нибудь, или в лес, чтобы не видно было, чтобы думали, что мы уехали вообще отсюда, то есть на восточную часть острова, на запад. Да за домик укати и всё, чё, здесь домик есть, за него спрячься. А, ну можно, да, ну так, так не хорошо. Не круто. Чё, кто-нибудь кого-нибудь видит, я тут на гору подниму самого высокого. Я пока никого не вижу. Я могу. Одни при трассе. Вот, понимаешь, если синий, если синий на машине, то как вижу можно... машину, вижу на горе 120. Возле домиков стоит. Вижу, да. Сейчас метку тыкну. Да, вижу. Раз, два пехотинца вышло из нее. Забежали за домики. Ну все, пошла моча по кругу. Ну, не это, не высовывайтесь, не надо понимать, что сделать. Пусть подходит, у нас как бы далековато. У них бинокли им имеются? Да, я думаю. Жалко. Я тупой или я неправильную метку тыкнул? Ты поставил, во-первых, синюю метку, во-вторых, вообще поставил ее непонятно куда. Ну я же говорю, что не туда поставил. Я поставил. Спасибо. Там просто расстояние что-то большое как-то, я думаю, вряд ли снайпер когда стреляет. То чувство, когда играешь уже год на Аутисе. Да, вижу в бинокль. Красавцы стоят. Смотри, два хеда будет. Так главное перешейк чекать и не парьтесь, ёпа. А, они что-то там делают, кажется, они один другому входят в него. А ну да, я посмотрю. Можно мне тоже бинокль? Я с оптики смотрю, там у меня оптика мощнее, чем бинокль. Блин, ну дайте мне что-нибудь, что может приближать больше, чем 5 крат. А, они себя бинокль нас чекают. А, да и пусть. Хочешь, я по ним могу зажать, я с пулеметом не может. Один чекает, а второй что делает? Второй там рядом бегает. А, они... Погоди, Паша, они метис поставили. Ой-ой. Я убегаю в камбик. Я в бинокль скинул все в камбик. Все прячусь, все куда можно прячусь. Сейчас у нас полетит мантис. Мне камер очень далеко. Паша, прячусь. Я отошел от него. Забери бинокль, пожалуйста. А туда же РПГ не дострелит, да, сильно далеко? Нет. Сейчас вернусь, если я не вернусь, значит, еще случай. А, я еще одного нашел. Он на горе. Либо это пусты. Я обычный голограф, ничего не видишь. Ну, давай сейчас тебе принесу бинокль. Ну ты рисковый. Да, мне не страшно. Можно мне, я вот сейчас метку типа. У тебя был шанс. Вот он, я на себя меточку кинул. У меня позиция четкая, типа вот лучше. Чё, они не стреляли еще? У них теплак на метисе. А, нет, теплак отключен. Нет. Отключен теплак, да?
Да, вроде. Спасибо. Сейчас сколько там километров? Погоди, я посчитаю. А у нас метиса нет твоего? Метров 600, да, куда? Откуда 600 метров? Поехал еще? Да, разложил, сел уже. Прячьтесь. Тварь. Уже сел за стрелка. Ладно, километр. До туда 1700. Пуск не проворонится. Сейчас, короче, надо, чтобы синие подъехали, если это красный. На то же место. Может, метку туда тыкнуть? Тихо, тихо. В принципе, я 1600 могу стрелять. Метис, сними. Я им СД-шную кульку послал, может долететь. 1700 пошло. Примерно. Да у меня там... Блин, что-то я все забыл, где они находятся. Ой, я тебя слышу. Ты стреляешь, Паша? Да. Фига, я тебя хорошо слышу. Походу не долетает. У меня руки чешутся с дышек с М2 залетел. Давай, я попробую на стрелять. Сколько говоришь? 1700 где-то. Сейчас сяду на стрелка. А что если их заражит? Не лучше денег. Ага. Тут 1500 максимум. Маленькая берешь. Стреляй, Спитерс, хочешь? Вы главное скажите, когда метис стартанет. Он не на нем сидит, он бинокль палит вокруг себя. Жалко ли с оптики? Окей, я пас, давай, стреляй. Один человек в машине сидит. Без крыс. Это они? Метис тащит, они. Пуст! Кому? Сейчас услышим. По левой части острова, где туда у нас. Бам! Машина попал. Уф, я успел. В какую? На хамбик. Дымит все. Хамбик, пизда. Когда взрыв? Будет. Мне кажется. Может, Хантер завелся. Ну, VIP, короче, в Хантере. Да, я задал. Ах ты ж, прям рядом. Я не могу найти. Тебя хочет отомстить. Паша мстит. Сейчас перебегу в другое место. У меня винтовка на 1000 стоит, ты прицел на 1000, куда меня летит? Где вторая команда? Они что, уже договорились или что? Блин, мне перевязаться нечего. Тебе дать? Да, подожди. Медицины в Хантере, много медицины, хочешь, иди забери. Сейчас посмотрю, Хамрик еще есть. Ничего нет. Че, по мне полетело или? Нет. Я не уверен, что это наш. Зверь, ты смотри. Бинтики, морфини давай.
У них метис все. Сколько у них выстрелов там? Ну уже 4 было. Блин, 3. Раз, 3. 3, да. Один по дому, один машин, 2 машины. Чё выстрел пошёл? Я бы сказал, где пошёл. Выйди. Ух, хрен, там внутри пошёл, бьёт. Рядом? По нам бьют, рядом. Всё, последний кадр. Ещё? А, у них РПГ может есть. Долетит, твой может. Стреляют. 80 метров, хотя летит снаряд. Или это не осколками так? А может еще где-то пару минут, да, надо взрываться? О, один машину сел, потом машину сел. Ничего. Да. Че, принимаем, перешли? Наверное. Я не знаю. Это газ, это газ, газ тут. 23. Ну у меня это М136. М72 вроде. Выезжает, он, короче, едет вниз. Я пришел к дому. Он сейчас, короче, поедет, готов терпеть. Да. Я позицию снимаю. По дороге ходит. Поднимай. Он уже рядышком. У меня рядышком. Один там стоит наверху, один за рулем, два человека. Три человека, окей, один видал, покажу, что ли. Где он сейчас? А, он не поехал по дороге, он свернул на гору. Да. На гору свернул, которая на 120. Нет, по дороге. Тут. Нет, он свернул. А, нет, дороге... нормально. Сейчас верни. Вижу. Свои. Колесо нет. Он по дороге тут кто. Закрытым люком. Пусть едет. Есть чем встретить. Сейчас перешею заезжать будет. РПГшку доставай здесь. Попал, стекло выбил. Убил, который вылез. Блин. Это оптика. А что, зеленый слили, что ли, уже? Да нет. Почему... А, наемники. Синий где? Да, М72 не берет. А где ты, Паша? Я за камком был. Кота убили. М72 в лоб не берет, Тигр. А, там кочегар сидит? Ну. Где там будешь сидеть? Да там прямо с тобой. Ты полетели жестко. Ну блин, а что делать надо было? На, не это, не машинки. А где вторая команда? Хрен знает. Вон Гонзо пешок, пешкодрап с тем Алексом. Куда они бегут-то? У них РП свали. Да они машину раздолбали, но... А у них что, вертолета не было? У них же вертолет был вроде. Как они умудрились в машину? Ёкарный бабай. Паш, ты-то как сдох?
Я... Не, да, все нормально, я, меня застрелили. А... Это у меня... Так. Гонза тимкил? Все, Гонза... Я не знаю, что такое, каждую миссию стабильно убиваю Хаттаба, почему?